Изначально я сам скептически относился к сущностям, к их существованию. Но когда мы начали делать сеансы с клиентами, я вижу отзывы, и действительно все как один говорят об улучшении самочувствия, а действительно о том, что им стало легче, как новая жизнь началась. У нас был один из примеров, когда мама обратилась, у нее была 12-летняя дочка, и она рисовала демонические рисунки. Рисовала действительно каких-то существ, сущностей, говорила, что ей наговаривают что-то в уши, она слышала голос. И они водили, конечно же, ее по психиатрам, по различным врачам, докторам больше 4 лет, и ничего не помогало. По сути, потом они обратились к нам, они нашли нашу школу гипноза и слиперства. И мы сделали чистку, причем это была базовая чистка, то есть не какая-то даже ультраглубокая. Действительно, там была сильная демоническая сущность, 12-герцовая. И после отключки сразу же, да, через один день мама нам пишет и говорит: мою дочь просто изменили на 180 градусов. Она действительно перестала это делать, действительно стал нормальный ребенок. И вот такие вот крупицы, вот такие вот бриллианты, которые мы находим, когда мы видим результат нашей работы прямо вот здесь и сейчас, это, конечно, дорогого стоит. Хотя отзывы положительные, конечно же, они в каждой чистке есть. Говорят иногда люди, да, говорят демоническим голосом, да, там в сеансах экзорцизма. К сожалению, не до конца люди понимают, как это происходит, потому что заход сущности происходит всегда на низких вибрациях. Человек допускает в определенные периоды жизни, не поддерживая свое тело. Почему-то вот люди в основном следят за одним своим телом, за физическим. А то, что у нас на минуточку 7 тел, да, никто не следит, да, за их состоянием. Поэтому, естественно, появляются определенные присадки. И когда мы диагностируем человека, мы видим зачастую подключки как и темных космических цивилизаций, так и подземных сущностей, лярвы, да, то есть это собственные испущенные когда-то низкие вибрации. По мере того, как мы агрессируем, испускаем гнев, злость, у нас появляются энергетические темные сгустки у человека, которые со временем усиливаются и превращаются, уже потом спускаются с энергетики на физику. Да, мы потом спрашиваем: а почему я постоянно болею, да, почему у меня проблема, вот, например, с определенным органом, да, который постоянно вот как что, так сразу заболевание. Так потому что там на энергетике, скорее всего, есть определенная присадка, да, и человек говорит: у меня никогда нет энергии, куда уходит вся энергия? Конечно, он, если как решето будет, из него все время вытекает энергия, а подключиться к человеку, ну, сейчас вообще не проблема. То есть люди по большей части не ставят ни защиты, не задумываются ни над энергиями, ни над вибрациями. Соответственно, ну, мы при общении, да, и в том числе с темными космическими цивилизациями, говорят: ну, это просто легкая добыча. Да? 99% людей все подключился, и происходит отток энергии. В нашей школе мы используем очень мощные технологии, очень экологичные для работы с интерференциями, с темными воздействиями. Первое, к чему мы удивляем внимание, это первопричина. Всегда мы по каждой подключке считываем: первое, на что подцепилось, второе, как не повторить в дальнейшем. Потому что если мы просто возьмем человека, почистим и не предоставим ему информации, как не повторить это в дальнейшем, то он начнет действовать по той же программе. Он начнет опять, например, употреблять алкоголь, в какой-то безумный гнев входить. И он, не осознавая того, опять прицепит на себя, может быть, не этих, но уже аналогичных представителей низковибрационных. И также у нас в дальнейшем мы восстанавливаем энергетическое тело, то есть мы восстанавливаем целостность энергетических тел, всех фантомов, да, смотрим, где какие были повреждения, восстанавливаем энергетически, делаем глубокую проработку по каждой чакре, по каждому телу энергетическому. Также мы делаем работу по денежному каналу, по энергии живи, по тотемному животному, выясняем, кто у человека тотемное животное, синхронизируем свойства тотемного животного, работаем с эмоциональным фоном и еще ряд других техник. И в дальнейшем, конечно, мы закачиваем его необходимым уровнем земных энергий, космических энергий, синхронизируем энергии вибрации и, как правило, дальше идет общение с Высшим Я, потому что после чистки, конечно же, ну, в идеале всем лучше пройти чистку, да, это, ну, такой ключевой момент. И после чистки идет уже хорошее общение с Высшим Я. То есть Высшее Я действительно, как правило, очень благодарно, что человек дошел до этого, потому что Высшее Я, и вообще там спрашивают зачастую, вот почему завтра, да,
там выше я, или там Архангел Михаил, или кто-то еще, да? Почему вот завтра просто он не придет и не почистит всех, да? Ведь сущности это же так плохо, да? Почему это же так легко сделать, да? А ответ здесь очень простой. Нету здесь цели на Земле, чтобы всех завтра почистили, да? Потому что на Земле у нас 50% белого, 50% темного. То есть обязательно должны быть и темные энергии, и светлые энергии. Так уж устроен человек, что самостоятельно он не будет развиваться. Зачастую, как у нас в русском языке говорится, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Соответственно, нужно создавать такие обстоятельства, зачастую негативные, дискомфортные, деструктивные, которые подталкивают человека к определенным моментам. И пока его, условно говоря, тот же алкоголизм зачастую, да, который является, в сущности является причиной алкоголизма, не доведут до какого-то критического уровня, когда он скажет: «Все, я так больше не могу». То есть до этого момента нету смысла ему помогать, пока он сам не поймет, что ему нужна помощь. Потому что это как, говорится, как из болота тянуть бегемота, да, потому что там его дом. Поэтому в нашей школе действительно очень большое значение придано экологичности, да, техникам безопасности. Это первое, что изучают ученики, когда приходят в нашу школу, это техники безопасности. И профессиональному отношению к сущностям. Да, то есть это нейтральное, четкое отношение. Мы понимаем, да, что у каждого свое предназначение. Потому что, например, человек, например, когда он ест курицу, да, он же не задумывается, что он хуже дьявола для этой курицы. То есть он убивает не только саму курицу, но и ее детей, да, там, ее будущих потомков. Да. То есть мы, по сути, являемся теми же сущностями для кого-то, как и для нас представители тонкого плана. Поэтому в нашей школе действительно очень мощные техники, действительно они очень выверенные, экологичные, и многие люди, когда приходят на наше обучение, говорят, что вау, вот эти техники мне больше всего понравились, и, как я уже сказал ранее, действительно в основном заказы, которые идут гипнологам и слиперам, они касаются именно диагностики и чистки. Онлайн-школа гипноза и слиперства Никиты Бурлакова – это место, где люди раскрывают в себе поистине уникальный мир экстраординарных способностей. Обучаясь уникальной методике, студенты школы постигают совместно целые миры на тонком плане и помогают людям разрешить их, казалось бы, невозможные жизненные ситуации.